мы находимся в городе Триполи. Это самый север Ливана. Зарезервировали апартаменты в отеле «Азур Апарта». То есть, наверное, лазурные апартаменты, да? Идем по улице, улица такая вся раздолбанная вообще, и уже даже страшно. Ну, в принципе, если мы зарезервировали за $70 в сутки, значит, должно быть все нормально. Заходим, вроде внутри неплохо, даже так вообще хорошо. Вот это вот все, вот эти колонны, вот это все нормально. Но девушка, администратор, не говорит по-английски и как-то так на птичьем языке нам объяснила, что она нам даст номер и сейчас как бы готова нам его показать. Ну ладно, я захожу вот сюда. Здесь вообще уже все шикарно. Вот так, как в замке в каком-то. Вот. Потом пришел ее шеф, который говорит по-английски, и сказал, что вообще-то мы зарезервировали стандартный номер за 142 ночи, да, за $140. Ну а так как в том стандартном номере они расположили семью с детьми или с ребенком, потому что как бы вот этот номер он двухэтажный, то они нас сюда поселят, а их на первый этаж. И вот таким образом мы очутились, как это называют-то, апгрейд, да? В результате апгрейда вот в таком шикарном номере. Вот на первом этаже у нас получается обеденный стол, потом раковина, можно постирать вещи, холодильник, плита. Нам даже принесли обогреватель. Здесь же на первом этаже душ. Да, там есть всякие разные эти, как они называются, гели и шампунь. Все, раковина, унитаз, все есть, все прекрасно. И на втором этаже спальня. Надо подняться. Вот они сюда с детьми не стали селить, и это правильно, а то еще дети упадут со второго этажа, им отвечать. Ой, как здесь тепло! Вот здесь мы и будем сидеть. Вот тут вот очень тепло, потому что кондиционер наверху вот на 30 градусов, и здесь на втором этаже теплота. А там внизу такой холод, что я такая говорю, я там не хочу. А мне этот мужик говорит, так типа вы же из России, чего уж холода-то боитесь? Я говорю, да я вообще из Сибири, Новосибирск, место рождения. Но вот так вот. Тепло, хорошо. Все, остаемся на две ночи в Триполи. Всем привет из Ливана.